Яркие стены, просторные классы, столовые на 300 мест с выходом во внутренний дворик. Теперь каждое помещение с косметическим ремонтом. В классах уже развешивают мультимедийное оборудование. Шумоизоляция, да? Да, шумозащитные экраны. Но здесь осталось только напольное покрытие. Это актовый зал почти на 400 мест. После укладки напольного покрытия установят мебель и уже все будет готово к концертам. В новой школе запроектировано сразу два спортивных зала для начальной и старшей школы. Окна чем будут защищены? Сетка. Так спортивный зал выглядит внутри, а вот так снаружи, с высоты второго этажа. Чем не VIP-место для наблюдений за командными играми? Если инфраструктура внутри школы интересна будет только ее учащимся и педагогам, то вот территория возле школы многим жителям Ликино-Дулево. Прийти сюда погулять с детьми, позаниматься спортом или просто посидеть сможет любой желающий. Здесь сразу несколько детских городков, мини-футбольное поле, легкоатлетический сектор, площадки для игры в волейбол и баскетбол. Мы большого ажиотажа не ожидаем, потому что именно вот это количество мест, оно не просто так было запланировано, а как раз оно практически равняется количеству ребят, обучаясь в городе Ликино-Дулево во вторую смену. Вокруг зелень, лес, пошли на серьезные траты, вокруг наводим тоже порядок, сделали тротуары по всем тем тропинкам, где раньше ходили жители. С 12 по 26 июля будет проходить запись детей в новую школу. Прием документов проходит в здании администрации территориального отдела по адресу улицы Текстильщиков, 3А. При себе нужно иметь копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей или опекунов.